90 книг тиражом более чем в 35 миллионов экземпляров. Королева авантюрного жанра в Чебоксарах. В Национальной библиотеке в рамках Всероссийского библиокаравана с поклонниками своего творчества встретилась популярная писательница Татьяна Полякова. Захватывающий сюжет и непредсказуемая развязка. Обаятельные герои и невероятные приключения. Легкий стиль и яркие диалоги. Так отзываются читатели о творчестве Татьяны Поляковой. Встреча прошла в очень теплой обстановке, камерно. Говорили на самые сокровенные женские темы. Я поняла, из чего складывается счастье. Вот счастье – это когда тебе с тем, кого любишь, даже говорить не обязательно. «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень», «Тень стрекозы», «Выйти замуж любой ценой». Мавр сделал свое дело. «Барышня и хулиган». По произведениям писателя сняты многие известные фильмы. Из-под пера Татьяны Викторовны Поляковой вышло около 90 книг, общим тиражом более 35 миллионов экземпляров. Впрочем, как говорит сам автор, все складывалось не так уж безоблачно. Это плод большого труда. Ты 100 раз переписываешь, вот, и потом выходит книжка, и ты понимаешь, что ты молодец. Вот. Несколько раз я в своей жизни говорила, как Александр Сергеевич Пушкин, вот ту самую незабвенную фразу, вот, хвалила себя, потому что правда молодец. Людмила Сарабанская приехала на встречу с любимым автором издалека. По ее словам, встреча с писателем – это всегда интересно. Действительно, женщина мягкая, женщина такая как бы добрая, на взгляд, можно сказать, на первый. Но, судя по книгам, действительно, у нее есть какой-то вот этот вот стержень жесткий, который, ну, не позволяет разбрасываться талантом. Говорят иногда, что детективы – это как чтиво, но вот в данном случае я считаю, что это неправильно. Это, наоборот, очень нужная, очень такая, как бы, разносторонняя литература. И люди должны ее читать. По отзывам читателей, книги Татьяны Поляковой – это кладезь тонкого юмора, женского обаяния, вписанное в детективный жанр. Такие встречи – это хороший стимул для писателя творить дальше. Для читателя – искать в библиотеках новое произведение полюбившихся авторов. Наталья Мальчикова, Юлия Адюкова, Андрей Спиридонов. Республика.